Спасибо большое организаторам за то, что вот нашли такую возможность рассказать нам о наших продуктах. Но, видимо, все-таки то, что мы давно в Российской Федерации занимаемся вопросами электронного обучения, то вот, влияло на решение организаторов, и я за это им признателен, за то, что они следят за нашей деятельностью. Вообще, я нахожусь в Петербурге, у меня за окном, хотел сказать, снег. Снег был утром, но сейчас там за окном только вирусы. Вот, надеюсь, что у вас ситуация несколько получше, чем у нас. Ну, будем двигаться вперед. Так. Компания, которая находится в Петербурге, которую я представляю, называется Гипримет. Вот, его вверху на слайдах это видно. И я расскажу сегодня о, в принципе, даже, наверное, об одном продукте, но поскольку буду рассказывать все-таки в контексте обучения, правильно, вот, то в контексте обучения, то не смогу не упомянуть наш основной флагманский продукт, который называется e-learning server. Немножечко вначале покажу презентацию. Если получится, покажу все живьем, вот через захват экрана. Если нет, то тогда буду показывать презентацию. Вы сможете скачать. Такой план у нас как бы на сегодня. Думаю, что у меня тоже займет это порядка 40-50 минут такой рассказ о наших решениях. Значит, тоже забегая вперед, хочу сказать, что вот два адреса, две ссылки на экране вы сейчас видите. Гипримет.ру – это наш основной сайт, там про все наши продукты написано. Там есть наш канал на YouTube, на канале на YouTube много скринкастов, как все это работает, записи вебинаров и прочего. А вот первый сайт, который называется e-class-e-learn.ru, это, ну вот вчера как раз мы проводили вебинар в рамках профи.ДО. Так, организаторы его так назвали, значит, e-class киберметода против Zoom'а, но был такого. Ну, на самом деле, любой инструмент, в нем есть плюсы и минусы, и где-то, безусловно, Zoom хорош и так далее, но вот я постараюсь тоже акцентировать внимание, чем хорош наш продукт и чем он отличается. Может быть, вы для себя тоже что-то полезное найдете. Итак, это основная компонента находится, про которую я сегодня буду рассказывать, и которую вы можете прямо после окончания вебинара использовать нашего, да, это продукт называется e-class-learn.ru, это виртуальный класс, мы его специально проектировали, он в двух вариантах существует, ориентирован на школьное обучение, потому что там нужно ввести номер школы, номер класса, для преподавателя есть набор сервисов, там, связанных с этим делом, и общего плана, вот, собственно говоря, e-class. А школьный вариант, он имеет адрес такой lesson.elearn.ru. Ну, можете попробовать на любом. Также скажу, что до 30 человек в виртуальном вебинаре, там это бесплатно. Вот. Ну, немножечко все-таки расскажу в самом начале о компании, чтобы вы тоже представляли и имели, значит, о нашей основной платформе. Платформа, я сегодня только на слайдах, потому что, ну, это долгий рассказ, там тоже на час или на два. Итак, называется e-learning server, это LMS, но это гораздо больше, чем LMS, потому что она, хотя, может быть, сейчас не очень актуальна, но она автоматизирует и реализует все процессы, связанные с электронным обучением. И не только электронным, но и очным обучением. То есть вот вся учебная деятельность, начиная от учебного планирования и заканчивая, собственно говоря, взаимодействием в аудиториях и в виртуальном пространстве, вот все это там есть. В целом, основная идея, ну, это можно назвать цифровой образовательной средой, да, для учебного заведения, ею пользуются и колледжи, и вузы, сейчас тоже про них расскажу, заключается в том, чтобы выстроить единую технологическую цепочку, цифровую цепочку, да, которая позволяет получить контингент на входе и передать его на рынок труда. Это такая сверхзадача нашей платформы – организовать учебный процесс, цифровой учебный процесс, таким образом, чтобы из не специалистов вы получили не просто специалистов, а трудоустроенных, где-то специалистов. И вот этот комплекс решений, он, собственно говоря, есть наша главная, основная задача по автоматизации.
Платформа сама модульная, она включает в себя много разных компонентов, там основные сейчас я вот перечислил на экране, но центральным ядром этой платформы является Ethereum Server, вот текущая версия называется Ethereum Server 4, и ряд модулей компонентов. Сегодня вот во втором желтеньком кружочке в большей степени буду показывать и рассказывать, как называется ее класс, но кроме этого есть средства разработки электронных учебных курсов, там форма, например, если это есть. Есть управление компетенциями. Ну, если вы помните, в РПД, рабочей программе дисциплины, да, там прям модель компетенции расписывается. Все это автоматизировано в платформе. И учебное планирование, базовые учебные планы, рабочие учебные планы, ППС, нагрузка, управление контингентом, учебные группы, потоки, расписание занятий, автоматизированное составление с учетом нагрузки преподавателей, всяких разных ограничений со стороны аудиторного фонда, тех же преподавателей, со ставками преподавателей, полчаса контрактниками, да, там, на полную ставку, на четверть ставки. Вот весь этот комплекс вопросов там решается. Естественно, есть поддержка бально-рейтинговой системы, есть электронное портфолио, есть проектное обучение, что очень важно, это специальные модули такие, которые позволяют организовать удаленную проектную деятельность, как раз распределенную, вот это тоже важно, выстраивают такие пайплайны, они распределяются по этапам, разные участники на выходе проект, аналитика по проекту, кто в чем участвовал, какие решения были приняты, все эти вот виртуальные дискуссии, голосования, вот все эти процессы встроены туда, прямо в самую платформу. Это функциональный блок, связанный с прокторингом, то есть с аутентификацией пользователей в момент прохождения аттестационных мероприятий и наблюдением за ним тоже в рамках самой платформы без привлечения внешних сервисов. Ну и много что другого еще, там мобильное обучение, геймификация. Ну это уже как бы тема отдельных длинных мероприятий. А мы все-таки будем к нашим делам. Ну, чтобы вы понимали, что на самом деле это действительно серьезная штука. Ну, далеко тут не все наши пользователи, но, например, наша платформа используется в корпоративном обучении. Вот корпоративный институт «Газпрома» будет уже как в этом летом этого года, как 10 лет, как используют. Ну, и там, понятно, разные версии, но, тем не менее, 10 лет эксплуатации нашей платформы, там порядка 150 тысяч человек ежегодно проходит. Здесь у нас в Петербурге «Газпром нефть», Уральский федеральный университет, эта система для смешанного обучения там используется для преподавателей, там раздаются задания, собираются курсовые расписания и т.д. и т.п. Московский государственный строительный университет много лет использует нашу платформу, ну там разные, да, какие-то еще организации. Ну вот пример — это Уральский федеральный университет, Московский государственный строительный университет, Российский государственный социальный университет, тоже 50 тысяч студентов, корпоративный институт «Газпрома», про который я говорил, для там корпоративных учебных центров по области авиации используется, правительство Московской области, обучение государственных муниципальных служащих Московской области, тоже там большие. Очень интересный проект, вот несколько лет он уже идет, 4-й год, по-моему, это единая платформа для всех учебных заведений. Это Академии и семинарии Русской Православной Церкви. Вот с этого года там они все включены в этот проект, подключены к этому. Это единый портал для учебных заведений Русской Православной Церкви. Начали с погоды, да, вот Российская гидрометслужба тоже в качестве повышения квалификации ДПО. Вот такие проекты. Ну, если переходить непосредственно уже, ну и много других, конечно же, ну, про все не расскажешь. А если теперь же переходить непосредственно вот к платформе E-Class, которую иногда там сравнивают с Zoom нынче, то я бы хотел сказать, что, сбегая вперед тоже, что все-таки сравнение не совсем корректное, потому что функциональные значения несколько разные. А в каком-то смысле, ну, это такой большой видео-скайп, да, то есть когда вы собираете аудиторию, вы на нее постоянно смотрите, эту аудиторию, это для кого-то это хорошо.
и взаимодействуя с ней там, в реальном времени. Это вот функционально. Но есть вот, как бы та парадигма, в которой мы находимся, она несколько отличается. Например, я покажу. Но, тем не менее, все-таки для кого наш e-класс был придуман, разработан? Для преподавателей, преподавателей школ, вузов, дополнительного образования, для тренеров и для экспертов для проведения всяких подразных встреч. Мы у себя в компании, у нас компания небольшая, там порядка 10 человек, мы свои все планерки нынче. Особенностью является то, что он хорош тогда, когда вам важно взаимодействие с аудиторией, когда вам важна обратная вербальная или невербальная связь. Когда вы хотите чувствовать аудиторию, владеть ее, да, будут достоинства этого продукта наблюдаться. Что еще важно? Важно то, что выполняется требование федерального закона 152 о персональных данных, значит, о защите персональных данных. Важно то, что этот продукт как бы в цепочку управления учебного и возможен контроль со стороны учебной администрации, учебных заведений основных параметрах ведения занятий. То есть посещаемость, факте проведения, посещаемости, материалы, которые были подготовлены к занятию у МК, например, да, и материалы, которые генерировали сами ученики или слушатели тех домашних заданий или контрольных работ. Продукта такого. Задача в наше нелегкое время не только провести, не только раздать домашние задания, организовать учебную деятельность студентов, организовать учебную деятельность школьников. Организовать это означает не просто дать целевые указания, но и контролировать, организовать, да, контролировать выполнение в нужном ритме, в нужное время, с нужным качеством достигать вот этого результата. А также особенностью является, вот принципиальной особенностью и отличием, то, что наш продукт, он может быть размещен локально внутри организации. То есть, если, то есть он может выступать не только как сервис, ваш внутренний сервис, ваши, нашим из заказчиков является Институт развития образования Свердловской области. Тоже порядка там несколько десятков тысяч, около 50 тысяч пользователей находится в системе. И там продукт размещен внутри IT-инфраструктуры, Института развития образования, и, собственно говоря, там все происходит. То есть не на внешнем сервисе, за который отвечает неизвестно кто. Ну, не, известно, конечно, кто, но как отвечает, тоже мы знаем. А конкретная администрация учебного заведения, где находятся персональные данные и преподавателей, и тренеров, соответственно, слушателей. И также возможность интеграции с различными другими системами. Это система открытая, системами электронных дневников или журналов успеваемости. В общем, ну, на уровне, там, к примеру, отдела образования. Вот такие ключевые возможности. Да, можно работать сейчас. Можно ли работать отдельно взятому учителю, взятому за что? Личным, да, вот с этим вирусом. Да, можно, вы просто зайдите на сайт, который я в самом начале, адрес которого публиковал. Слушайте, звук, наверное, у меня просто перегрузка. Сейчас я попробую чуть-чуть уменьшить уровень микрофона. Знаю, что к этому претензии. Короче, можно. Вы зайдете на этот класс спасибо. e-class.ru, там есть кнопочка «Попробовать», нажмете эту кнопочку и попробуйте. У вас будет личный, который я расскажу вот сейчас, покажу чуть попозже, и будет возможность пригласить до 30 слушателей в ваш личный кабинет, это бесплатно. Такая вот история про наш электронный класс. Дальше, сейчас я постараюсь переключиться на демонстрацию экрана. Если не получится, тогда вот вернемся к нашей презентации, где я основные какие-то компоненты подготовил в виде слайдов.
в любом случае вы ее можете скачать и там дома посмотреть. А, так, секунду. Пожалуйста, если что-то видно, я не очень понимаю здесь в Мегаполисе. Сейчас должна подключиться, у вас началась трансляция. Подождите всем немножечко. А вот все пошло. Да, ну, вот. Я так понимаю, что никому не видно, да? Я пишу, что трансляция идет, но я просто не знаю, идет она или нет. А, видно, отлично. Спасибо. У меня не очень большой экран, поэтому мне придется сейчас вопросы ваши не видеть, для того, чтобы вы видели просто мой экран. Итак, значит, вот есть наш... Давайте с самого начала начнем. Сайт, на который вы попадаете, который в вашем случае называется eClassELearn.ru, но можете воспользоваться LessonELearn.ru, он в большей степени на школьное образование просто ориентирован. В нем есть волшебная кнопочка «Вход». Я ввожу логин и пароль. Вы, когда нажмете кнопочку «Попробовать», он к вам и укажет свою электронную почту, он к вам придет по электронной почте, ваш логин и пароль для доступа в личный кабинет. Там, ну, там будет краткая инструкция, кабинет, в котором я могу проводить занятия. Что здесь есть и чем я могу пользоваться? Ну, первое, перечень моих мероприятий, которые я запланировал. Вот у меня он здесь пока что один, физика, урок первый для 10 А-класса. Значит, урок это, собственно говоря, сам виртуальный класс, мы сейчас к нему перейдем, но два слова скажу еще чуть-чуть. Я заранее могу подготовиться к этому мероприятию. Соответственно, моя подготовка заключается в чем? Я готовлю материалы, которые буду загружать туда. Я могу это сделать и в ходе урока, но по-хорошему, конечно, нужно сделать заранее, чтобы не времени не отнимать. Вот здесь есть, значит, соответственно, это изображение, видео, документы, ссылки на какие-то другие. Они у меня здесь какие-то уже подготовлены, мы сейчас на них посмотрим. Второе, это более интересное, это участники. Соответственно, участников на мероприятие я могу пригласить разными способами. Давайте посмотрим, какими. Кнопочка «Пригласить участников». Два основных способа. Либо пригласить по электронной почте, когда просто я вот список почтовых адресов ввожу здесь, да, там через копи-пейст, через пробел или через запятую, ну и через любой разделитель. Указываю, что эти пользователи должны быть зарегистрированы, у меня в моем психучетной записи будут созданы автоматически. И автоматом им идет приглашение, и они у меня будут зарегистрированы здесь. Второй способ – это выбрать, ну, в том, что когда вы проводите первый раз мероприятие, ну да, этот способ как бы единственный. Но когда вы проводите, если у вас там есть два десятых класса, А и Б, например, да, и вы с ними постоянно проводите учебные занятия, то какой смысл их каждый раз таким образом регистрировать? Нет смысла. Поэтому в данном случае я могу выбрать уже из существующих, те, кто зарегистрирован был раньше. Ну, здесь просто никого не зарегистрировано, это регистрационный, да. У меня был бы список. И в этом списке я бы мог их упорядочивать по группам или по классам, ну вот как вот здесь, да, 10-й Б там или кто-то еще.
просто делая выборки тех, кто для меня, кого я назначаю на то или иное занятие. Вот как бы такой способ. И еще последнее. Если я провожу, если у меня, например, 5 десятых классов, и понятно, что содержание материалов урока 1 там, или урока 25, оно повторяется для каждого класса, потому что это ну, рабочая программа, и там прописано, собственно говоря, что я должен, какие материалы иллюстративные или какие номера задач там делать, то мне нет смысла создавать заново каждый раз, вот этот виртуальный, загружая в него участников, но я могу скопировать как бы это мероприятие, да, и весь контент вместе с этим скопируется. И последнее про вот личный кабинет, дальше перейдем, собственно, в сам виртуальный класс, в том, что здесь есть такая специальная функция «результаты». Так же, как у нас у любого учебного мероприятия есть некие результаты, которые должны быть достигнуты, так и здесь. В результатах мы с вами увидим, тех, кто участвовал в этом мероприятии, вот там Дима, Таня, да, и так далее. А сколько времени он в этом мероприятии участвовал, ну, в данном случае там они не участвовали по нулям, и те отметки, которые я сделал для, по итогам, они могут быть там побольше, да, поменьше, по итогам проведения этого мероприятия. Это может быть оценка, может быть еще какие-то комментарии. И если они сдавали домашние работы, то перечень, вот здесь вот справа, домашних работ, которые были сданы. Соответственно, здесь не просто перечень справа, у меня тут маленький монитор обрезается немножечко, но и ссылки на собственно, на сам этот цифровой контент, который они сдали в рамках проведения занятия. Это могут быть домашние работы, это может быть контрольная работа, которую они проводили во время вебинара. И у нас есть мобильное приложение, например, они пишут на листочке, вы дали задание, они пишут на листочке, фотографируют, и тут же эта фотография уходит и попадает вот сюда, да, то есть тот материал, который они в онлайне создавали только у себя дома, ну, аналоговый, не цифровой, просто с помощью телефона и маленького приложения, которое устанавливается, это автоматом попадет сюда. И вот это все с помощью кнопки «Отправить» отправляется по электронной почте вот в виде такого отчета со ссылками. Этот контент хранится. Это означает, что и после занятия вы или учебная администрация может этот материал верифицировать, проверить, то есть действительно ли он был создан, то есть проведено ли занятие, кто на нем был, сколько провел времени, какие оценки получил и какой результат был получен по итогам проведения того или иного мероприятия. Вот, то есть, там, сданные контрольные работы, например, да, которые проводились во время занятия. Вот это то, что про личный кабинет, как бы основные вещи. Ну, теперь дальше двинемся. Да, да, спасибо за интерес. Теперь уже сам непосредственно виртуальный кабинет или виртуальный класс, как это здесь называется. Для того, что Zoom, если вот мы говорили в предыдущих про Zoom, никакого приложения устанавливать не нужно. Это все работает в браузере. То есть никаких экзешников, ниоткуда, никуда. И, соответственно, работать вы можете сегодня с одного устройства, компьютера или мобильного телефона, или откуда-то еще. Завтра с другого. Вам нужна только учетная запись и доступ в интернет. Браузер. Значит, я выходить сейчас в эфир не буду, чтобы не было пересечения потоков видео. Да? Не буду нажимать кнопочку. Здесь кнопочка специальная диагностика, то есть проверка связи, проверка микрофона, ну, в общем, погасим. И сделаем. Значит, что здесь, какие функции и возможности есть. Значит, я сейчас, к сожалению, один в классе, поэтому никто не подключится к нему. Вот внизу моя аватарочка такая стоит, да, видно, что я вещаю. Есть еще другие слушатели, которые подписаны на это мероприятие. Вот они здесь еще. Помню, Таня там или кто-то еще. И не в онлайне, в офлайне, поэтому если бы они были в онлайне. А справа чат, ну тут можно этим делом управлять. Сейчас.
Чат такой стандартный, за маленькими исключениями. Ну, например, часто, знаете, такой вопрос задают, слышно меня, я тоже, наверное, задавал, да, этот вопрос. Там все ставят, если ставить плюсики, то, во-первых, это появляется у аватарочки внизу, там руку кто-то поднял, да, вот сразу видно, кто именно это сделал. Но и более того, в чате вот справа там видно, мультипликатор такой есть. Одинаковые эмоции они умножаются, то есть не загрязняют ленту чата. Вот здесь тоже можно проводить с помощью чата. Вот здесь вот у меня у преподавателя сразу видно, сколько было лайков, да, сколько там сообщений, сколько подняло рук. И для того, чтобы провести опрос в далее мне не нужно заранее готовить вопросы и запускать голосование. Я могу просто озвучить это голосом или написать на электронной доске. Сейчас мы, правда, тут сотрем все, чтобы... Вот моя электронная доска. Значит, чтобы... Ну, система, то есть автоматически подсчитает количество лайков или дизлайков. Тем самым я опрос здесь. Но это не единственный способ, но вот такие отличия есть, да? Пойдемте дальше. Значит, электронная доска. Давайте здесь что-нибудь. Пишем на ней. Значит, электронная доска. Достаточно продвинутый инструмент здесь. Значит, первое. Соответственно, рисовать в других областях. Ну, двигать там. Соответственно, элементы. На электронной доске, ну, там всякие цвета, это понятно, существуют, которыми можно пользоваться. Можно загружать сюда фотографии, рисунки, изображения, писать тексты. Есть стикеры. И их части можно использовать для совместной работы. То есть несколько стикеров, как бы для каждой мини-группы, может быть, там в них могут свои какие-то обсуждения вестись. Да? Вот, и вот так вот удалив, да, мы с вами будем понимать, что на этом поле много стикеров может быть одновременно находиться, и такие элементы организации групповой работы. И важная такая штука еще есть, это часто, знаете, вот отличие от обычных досок, да, которые бывают, вот мы с вами мелом или маркерами что-то нарисовали, в принципе, статика. То есть мы видим стационарное, такое статическое изображение. Здесь же можно повтор, то есть как это именно происходило. Часто это важно, потому что рассуждение, да, на доске пишется. Поэтому важна последовательность того, как это было сделано в каких-то случаях. И поэтому мы можем проиграть, то есть посмотреть, как именно что-то было сделано. Вот, ну, там мы сейчас... Понагляднее. Вот как я писал, да, какие были рассуждения. Для тех студентов, для детей это важно, потому что они могут восстановить не просто конечную картину, но и то, как эта конечная картина была достигнута, ну, например, если это какое-то доказательство. А также важно, что здесь можно написать формулы, математические формулы. Но я сейчас не буду этого делать, но вот такая штука здесь. Вот, да, и досок может быть много. Для того, чтобы сделать новую доску, мне просто нужно в ресурсах нажать кнопочку «Новая доска», дать ей там название какое-то, вторая, например, да, какая-то. Вот у нас она появится. Чистая, да, при этом мы всегда можем вернуться к первой доске, которая была. Вот. Кстати говоря, возвращаясь тоже вот к аватаркам, тоже такая особенность. В зуме можно много говорящих голов, да, и это хорошо. Здесь тоже можно много говорящих голов, я сейчас не буду никого выводить, чтобы, опять же, видеопотоки не пересеклись с Мирополисом. Но, тем не менее, и так далее. Но
для того, чтобы контролировать внимание аудитории, вовлеченность аудитории. Если вы обратите внимание, вот вокруг моей аватарки такое свечение, да, какое-то появилось, это, и оно будет усиливаться, чем будет сильнее, когда я что-либо делаю. Ну, пишу в чате, да, например, там отвечаю на какие-то вопросы, что-то рисую на доске или что-то еще. И наоборот, если я ничего не делаю, или даже более того, фокус моего внимания, фокус ввода вот не в другом окне находится, если я взял и переключился отсюда, ну, там, на YouTube какой-нибудь там что-то просматривать, то здесь тоже будут сигналы об этом. Это будет означать, что человек вышел как бы из кабинета. Мне нужно предпринимать как преподаватель какие-то действия для того, чтобы его обратно вовлечь. Вот этот контроль внимания аудитории – это важная составляющая. А здесь, и мне кажется, она важна, и она не требует постоянного наблюдения и постоянного видеопотока. Потому что, ну что толку, у вас там 50 человек, вы все равно не поймете, как бы они там не улыбались перед камерой, кто из них в этот момент времени занимается просмотром там видеоканалов, а кто действительно присутствует у вас на уроке. А это как бы раз, ну, наверное, это можно делать, да, но это какая-то такая задача странная. И второе, ну, мы всем знаем там при там, теории диспетчеров, что объектов внимания, да, человека обычно 5-7. То есть вот 5-7 человек, за которыми можно реально следить. А здесь же система сама будет упорядочивать вам набор аватарочек таким образом, чтобы вы понимали, кто находится кто вовлечен, находится во внимании, кто наоборот находится на другой, другой градации, кому, на кого нужно каким-то образом воздействовать. Там, ну, способы воздействия уже будут разные. Вот это про электронные доски. Давайте пойдем дальше. Много других особенностей. Еще раз подчеркну, что это не специальное приложение, это просто браузер. И отсюда следует много разных других полезных свойств. Ну, понятное дело, что мы можем там, допустим, показывать какую-то анимацию, да, вот я просто взял, скачал картинку, это GIF анимированный из интернета и подключил сюда. Могу пользоваться маркером для того, чтобы там, показать, где, собственно говоря, само сохранение, ну, там, подчеркнуть какие-то вещи. Коллеги, давайте, мне очень трудно переключаться, вот из-за того, что у меня один монитор, да, я отвечу на ваши вопросы чуть попозже, хорошо? Я демонстрацию закончу. Так, вернемся. Значит, ну, более того, ну, там, например, какую-нибудь поляризацию цвета, да, классно все показывает, динамики. Ну, есть еще, как бы, такие достоинства. Ну, первое, например, это видео. Это видеолекции с YouTube, то есть я ее сюда специально закачивал. Ну, дело в том, что еще есть такой нюанс, если, например, вы берете какие-то, закачиваете к себе файлы, то вполне возможно, что вы нарушаете авторские права. Поэтому воспроизведение с YouTube, например, разрешено, а вот скачивание этих роликов далеко не всегда. И для того, чтобы не нарушать чьи-либо права, вообще-то по-хорошему нужно все это воспроизводить прямо оттуда. Что, собственно, происходит? То есть я могу здесь запустить этот ролик. Я выбрал медицинскую тематику, но не столь заезженную, как. Вот, остановить какую-то секунду, повторную запустить. Важно, что это будет синхронно у всех. Хотя сам ролик на YouTube, но между разными всеми участниками позиционирование этого ролика сохраняется. Если я его запустил, он запустился у всех. Если я остановил, он остановился у всех. Если я перемотал на какую-то секунду, у всех тоже перемотался на какую-то секунду. Но более того, я могу использовать, например, маркер, да, тот самый вот взять каким цветом. И определим. Да, вот, то есть я использую маркер на видеоматериале. Тоже такая неплохая функция, мне кажется. Вот, пойдемте дальше. Не только с видео, понятно, разобрались. Значит, но не только видео. Многие из вас наверняка используют Google Docs или Google Формы. Вот то же самое можно делать и здесь, прямо в вебинаре. Если вы привыкли их использовать,
вас никто не заставит от них отказываться. Например, вот я сейчас в данном случае, это Google форма, и здесь можно провести голосование. Главное, что у каждого будет своя реплика, то есть каждый как бы от себя будет голосовать прямо вот здесь, в этой форме, и вы увидите интегрированный результат тоже в Google форма, да, как организатор опроса. А Google документы. Наверное, я сюда их не загрузил в Google документ, но поверьте мне, да, что то же самое происходит и с документами в формате Excel, Word. Скажите, меня слышно или нет, а то я как-то странно выгляжу, замер. Продолжаем. Видимо, у меня просто поток подвис. А, значит, вот как бы такая штука. Демонстрация экрана. То же самое, только, опять же, никакого приложения скачивать не нужно, в отличие от Мирополиса. Все это происходит здесь. Единственная, правда, особенность демонстрации экрана, захват экрана, возможны только в Chrome. В браузере. Работает в Chrome, в Firefox, в Opera, на Mac'ах работает в Chrome, на телефонах, на Android в Chrome работает, то есть вы можете участвовать в вебинаре или даже вести его, ну просто это не очень комфортно с телефона. Ну, были такие примеры. Значит, что здесь из такого еще важного, про что я как бы не рассказал? Много камер, я про это уже говорил. Для того, чтобы кого-то вытащить с камеры на дисплей, ну, здесь мне просто некого, да, если бы кто-то был, появляется такая же вот кнопочка рядышком, назначить ведущим, либо просто включить камеру, несколько статусов есть, и у человека включается камера, он сюда тоже попадает в это вещание. А из таких лайфхаков это трансляции в Facebook. То есть прямо отсюда можно запустить поток и расширить его на Фейсбуке. Вот, значит, что еще важного? Ну вот, наверное, такие какие-то основные свойства, да, я про платформы рассказал. Ну вот, CTMG тоже про это мы с вами поговорили. Это такая история. Значит, сейчас я вернусь обратно к презентации. И постараюсь ответить на ваши вопросы. Ну вот здесь как раз на слайде пример, да, нашего какого-то совещания рабочего. Вот 8 камер одновременно включено. Вот. Пробежимся быстро, я, может быть, что-то забыл. Ну, опять же, презентацию можете потом посмотреть. Вот как раз там пример с Google формами. Ну, что-то я не включил вот сейчас демонстрацию, забыл. Так, ссылочку нужно. Вопрос, о котором мы говорили. Приглашение тоже рассказал вам на мероприятие. Контроль активности, про это я тоже рассказал. А, да, про домашние задания я вам не сказал. Значит, важно что у слушателей, которые работают в вебинаре, они тоже могут загружать материалы в вебинар. Сейчас мы где-то... Это тут был... Ну, неважно. У слушателя, здесь в верхней плашечке меню, тоже появляется кнопочка «Загрузить материал». Человек может загрузить то же самое, что мы сейчас с вами, то есть загрузить там презентацию или вордовский документ, или там PDF-документ какой-то, и он появляется в перечне материалов у ведущего вебинара, но он не виден и недоступен по умолчанию всем остальным. Только ведущий мероприятия видит его. А если ведущий мероприятие хочет, он может его показать всем остальным, как сделал домашнее задание или выполнил контрольную работу там Ваня или Петя или Коля. И как раз вот эти загруженные документы сюда от участников, они попадают в отчет о вебинаре и доступны по ссылке и после вебинара, если
требуется там проверить дома или скачать куда-то, или что-то еще. И еще раз как бы напомню, подскажу, что удобно для этого пользоваться мобильным приложением. То есть вы даете во время урока или занятия аудиторного слушателям своим задание, задачку. Вы можете просто там страницу учебника показать. И они пишут это все на бумажке, фотографируют с помощью телефона, и автоматом это отправляется вот в их личный кабинет, вот, вернее, сюда, вот, в виртуальный класс. Вы можете их тут проверять. И, по большому счету, мы стремились создать не просто среду, где видно говорящие головы, а организовать учебную деятельность в той степени, в которой это возможно, не исключая инструментов обычных, к которым люди привыкли, то есть перо, карандаш, бумага. Да, вот эта попытка, да, сделать это вот в рамках этого такого виртуального класса. Вот такая идея. Так, коллеги, ну, в целом, вот я как бы завершил, да, подошел к концу. Сейчас последние слайды тут. Да, вот он. И постараюсь сейчас, да, вот на этом сайте eclass.ru вы можете нажать кнопочку «Попробовать» и вот все то же самое, что я сейчас вам показывал, проделать самостоятельно. Сейчас я поделаю чат и постараюсь ответить на ваши вопросы. И вопросы? Так. Если какой-то пропущу. Игорь говорит, Белянин, спасибо, Игорь, отличная платформа, давно знает ее. Игорь за отзыв лестный. Можно ли с других сервисов использовать интерактивные упражнения? Хороший вопрос, спасибо за него. Вообще мы стремились, чтобы это было возможно. Другое дело, что это зависит не только от нас, но и от сервиса, который вы используете. То есть надо попробовать, если сервис позволяет к нему обратиться через URL и отобразить содержимое этого сервиса внутри фрейма, то будет работать. Но опять вопрос попытки. Да? То есть нужно просто ставить ссылку на, в презентации можно там найти пример с YouTube, ставить ссылку, добавить ссылку на какой-то внешний сервис там, с какими-то параметрами и убедиться или не убедиться в том, что он работает. Это все можно просто. Презентации. Да, можно показывать презентации, но как бы это все сервисы, наверное, сейчас умеют. Загружайте туда либо PDF, либо PPT, либо PPTX, она автоматически конвертируется. Ну, будет, конечно, нюанс, связанный с тем, что она все-таки конвертируется, и анимации там, к сожалению, не будет. Но в целом вот, будет выглядеть примерно так же, как сейчас здесь, вот, в Мирополисе. Да, кстати говоря, вот с помощью этой электронной доски, про которую я говорил, про анимацию мы заговорили, можно делать маленькие примерчики. Там вот есть кнопочка повторения, да, о которой я говорил. Я делал маленькие примеры, там, допустим, повторение свободного падения, там шарик, который я перемещаю к земле условно с разными интервалами. И воспроизвожу, и все видят, как то есть анимация такая простенькая, да, но если что-то надо, вот можно сделать. Плюс к этому доступны остальные средства, про которые я говорил, ну, те же самые анимированные гифы или видео, это тоже зависит от мощности того, что вы хотите показать. Так. Спрашивает Ирина, есть ли какие-то подводные камни, действительно ли это сложно или нет. Слушайте, ну лучше, чем я буду отвечать, просто попробуйте, там зайдите, это несложно. Там надо ввести просто свой адрес электронной почты, и вы получите доступ в этот черный кабинет сразу автоматом. Там по ссылочке из электронного письма. А если введете логин и пароль, и в личный кабинет. Не думаю, что это архисложно, как-то достаточно все вроде просто. А ну, камни, всегда есть какие-то ограничения, да?
например, если вы попытаетесь использовать то, что это дело с Internet Explorer, то у вас ничего не получится. Но, как и на многих других сервисах, да, потому что наш E-класс не использует флеш-технологию, которая, в общем, знается технической поддержки, является устаревшей. Он использует технологии WebRTC. К сожалению, не все браузеры поддерживают WebRTC на текущий момент времени. Основные, те, которые наиболее популярны, Firefox, Chrome, они поддерживают. Так, Ирина, вам спасибо за интерес. Да, кстати говоря, во вторник мы будем проводить вебинар, это на e-class.ru, на этой же платформе. Если хотите, записывайтесь, там свободный доступ, я поподробнее расскажу, потому что многие просят еще раз про все это вживую. Значит, соответственно, буду показывать непосредственно там. Ну, можно будет много камер там включиться, тоже потренироваться. Не помню во сколько, но там увидите, на e-class это есть. Дальше. Можно ли записаться на учебный курс по освоению нашего ресурса? Ну, можно записаться, пришлите мой адрес или вот сюда, или в мой, который был на первом слайде, письмо и запишем, договоримся. Можно ли работу на доске сохранить в кабинете? Да, доски сохраняются. Можно ли интегрировать с Moodle? Можно. Другое дело, что для этого требуется некоторая работа, то есть просто так вот на кнопочке интеграции с Moodle не получится. Вот, но это можно сделать, да. Есть желание, необходимость, тоже напишите мне письмо, подробнее обсудим, как это сделать.